В Байконуре в бассейне «Орион» утонул 9-летний мальчик. По поручению прокурора комплекса Александра Трифонова организована проверка по факту смерти. Во время занятия плаванием мальчику, имевшему медицинские документы об отсутствии противопоказаний для посещения бассейна, внезапно стало плохо, после чего ему незамедлительно стали оказывать помощь инструкторы и медработники бассейна. Прибывшие на вызов работники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка, говорится в сообщении прокуратуры комплекса «Байконур». Назначена судебно-медицинская экспертиза с проведением всех необходимых лабораторных исследований.